Всегда приятно получать подарки, особенно такие щедрые, как здесь, в Жар-Птице. 7 декабря, в день своего рождения, торгово-развлекательный центр своим друзьям подарит всю вот эту красоту. Не знаю, как вы, а лично я мечтаю о холодильнике. Главным подарком станет сертификат на 200 тысяч рублей от ювелирного салона «Сенат». А еще будет бытовая техника от М-Видео и годовой абонемент в фитнес-центр «Физкульт». Вам же интересно, как получить все эти призы? Для этого примите участие в акции «Сказочная жизнь». До 30 ноября совершайте покупки по карте постоянного покупателя «Жар-Птицы». Те, кто накопит самую большую сумму по карте и станут обладателями этих отличных подарков. Но и это еще не все. Призы получат и участники акции «Щедрые подарки». 1 ноября по 6 декабря те, кто совершил покупку от 5000 рублей в бутиках торгово-развлекательного центра, не считая магазина «Окей», могут стать участниками розыгрыша, призов. У нас всего будет 5 розыгрышей в день рождения. Подарки очень интересные. Это и бытовая техника, и сертификаты на крупные суммы от магазинов торгово-развлекательного центра. И если уж вы заглянули в Жар-Птицу, обязательно побывайте в новом мускул-баре, который готов попасть в Книгу рекордов Гиннесса. На открытии бара здесь изготовили самый большой в мире протеиновый батончик весом 80 килограммов. Но, конечно, главный праздник еще впереди. 7 декабря на дне рождения Жар-Птицы вас ждет отличная развлекательная программа, множество сюрпризов и подарков. Ну что, вы уже решили, о каком подарке мечтаете на день рождения Жар-Птицы? Тогда увидимся 7 декабря.